центра документы имеются на право перевозки пассажиров на территории города Твери? Наверное, имеются. Ну так, наверное, или нет? Документы у нас изъяты были. А кем? У ГДН? Представителями. Да? Да, наверное, если, так сказать, есть такая вина. Сейчас у нас почему-то изымают наш автобус. Нет, за... Подождите, разрешите мне закончить вопрос. Вопрос: они ответственное хранение нам его не оставляют. Лишь бы его забрать. Это коррупционная составляющая, я вам отвечаю. Вот эти все люди здесь, смотрите, вы их еще увидите где-нибудь. У вас карта по 16 июня. Соответственно, вы просто осуществляете перевозку. Нарушение закона. Это логично. Будет отвечать за этот центр перевозки. Правильно.